тут резорт небольшой. Сколько у нас? Раз, два, три подъемника на все уровни сложности. Вон, прыгать можно. Ночной пас с 3 вечера до 9 вечера стоит всего лишь 40 баксов. Аренда стоит полтинник. Лыжи или сноуборд. Я откатался на лыжах. Мне так понравилось довольно-таки. Сегодня катался на сноуборде, пробовал. Не очень мне понравилось. Это попу все отбил. Вот. И буду больше пробовать на лыжах кататься. Может быть, в следующий раз приеду. Ну, также сниму видео прикольное. Как я буду падать теперь уже с лыж. Сейчас надо будет Костю снять. Все, домой! What's up? Waiting for you.